Счастье можно испытывать и от банального прослушивания любимых композиций и зажигательных выступлений по радио. Как раз это слушатели могут найти на волне авторадио в Иркутске. Станции в этом году исполнилось 30 лет. Юбилей, естественно, отмечали и в областном центре. Как это было, покажем прямо сейчас. Почетные 3-0. Это символ популярности, живого эфира и тех, кто дарит позитивные эмоции в дороге. Все это авторадио, которое отмечает 30-летие. И почти 20 из них эта радиостанция звучит в Иркутске благодаря медиахолдингу НТС. Поэтому мы устроили в Восточной Сибири торжество в честь юбилея. Это, конечно, невероятный праздник для всех нас, но прежде всего я хочу поблагодарить наших друзей, наших слушателей, кто на протяжении этих 30 лет остается в нашей дружной компании авторадио. Как и положено, юбилей отмечали в кругу друзей. Для наших радиослушателей и рекламодателей провели праздничный квиз. 5 раундов, 11 команд по 8 участников в каждой. И море музыкальных вопросов. А как еще? Ведь именно мелодии и помогали участникам выигрывать. Напойте, пожалуйста, свою любимую песню авторадио. Холодный ветер с дождем. А какая ваша любимая радиостанция? Конечно, авторадио. Правильный ответ. В полной мере раскрыть свои таланты помог участникам квиза игровой интерактив. Современные технологии плюс помощь профессионального музыканта и несколько человек стали авторами песенного поздравления. Авторадио с юбилеем! Желаем вам в этот юбилейный год, да и в принципе в любой последующий, укреплять сотрудничество с брендом Авторадио и получать от этого максимальный эффект. Это к поздравлениям Иркутска с юбилеем радиостанции присоединились коллеги из Москвы, участники шоу «Мурзилки Лайв». Праздничных речей и подарков было множество в этот вечер. Так, 3 лучшие команды получили награды. Главным призом стала поездка в престижный загородный отель. Ну а для всех радиослушателей наш медиахолдинг уже готовит подарки в эфире станции. Новая музыка, будут новые шоу, новые программы. Все будет развиваться. Так что будьте с нами на волнах любимой радиостанции. Олег Федоров, Павел Рютин, новости по будням.